Привет, ребята, Гудаури, Грузия, Анатолий и Георгий. Вот, мы находимся на 3000 метров в Ракудебе. Готовы делать параплан. Для старта нам надо разбежаться немножко. Дим, мы ждем. У нас ноги синхронно должны двигаться или пофиг? Ребята. Собрали, все, Дим, давай, поехали. Давление, пульс, все. Не ставит. Ты готов? Завязочка там небольшая, хорошо. Готов?
Другую сторону камеры. Да, вот так держи. Он покрутиться хочет, я крутиться буду. Слышал, да? Слышишь, Дим? Димов, покрутиться хочет, говорю. Так Сава тоже. Он тоже хочет? Да, мы сейчас. Так. Разверни вот так. Особенно вниз, когда спускаешься, живу тут такой блюк. Да, сейчас будет, подожди, я тебя напоследок.